Всем привет, дорогие друзья! С вами канал «Китай стал ближе» и я Владимир. И сегодня у нас на распаковке три посылки. Три маленьких интересных посылочки. Здесь есть как товары для животных, так и что-то заказала жена. И какие-то товары для телефона. Ну ладно, не будем создавать интригу, давайте начнем открывать. Хотите экономить на своих покупках? Регистрируйтесь в сервисе Letyshop и получайте кэшбэк в более чем 900 магазинах. Покупайте с удовольствием, регистрируйтесь в сервисе Letyshop, устанавливайте расширение для своего браузера и экономьте на своих покупках. Давайте начнем вот с этой вот посылочки. Стоит она 50 центов, оценена, точнее 50 центов, и весит 30 грамм. Давайте откроем и посмотрим, что у нас находится внутри. А внутри у нас вот такая вот штучка. Эта штучка у нас, это подсветка, светящийся брелок для собаки. Поскольку она у нас черная, и гулять с ней это каторга. Если она куда-то убегает, ее вообще не видно. Сейчас хорошо, что зима, а вот летом, точнее вот осенью, по крайней мере, было проблематично. Она убегала. И было не видать, где она есть. Итак, вот такая вот штучка. Было несколько цветов, точнее 5 цветов. Я взял белый. И вот так вот она светится. Да, кстати, прикольно. Если куда-то убежит, будет далеко видать. Будет далеко видать. Мигает в двух режимах. А третий раз, если нажать, так вот мигает и выключается на третьем режиме. Давайте посмотрим, как она разбирается. Она еще должна разбираться для замены батарейки. Вот. Ничего сложного. Вот разобрали мы ее. То есть можно поменять батареечку, когда сядет батарейка. И также спокойно потом собрать обратно. Единственное, что при беге собаки не развалилась бы она. Но надеюсь, что не развалится. Вот такая вот недорогая штучка, стоит она что-то около 100 рублей, не помню уже сколько, потому что давно заказывал, посылка шла, кстати, долго. Заказывал я перед Новым годом, а сейчас у нас середина февраля, то есть шла посылочка долго. Вот такая вот штуковина была, давайте открывать дальше. Открываем дальше, и вот у нас посылочка, оцененная в $1.50. Здесь у нас чехол для телефона. Чехол для телефона, бампер для телефона, скорее всего, это на телефон жены, на ZTE. Достаем. Достаем. Да, точно. Точно, точно. Технические отверстия заклеены почему-то. И, кстати, видите, здесь заклеено скотчем. А рисунок наносили уже после этого, то есть не оторвали. Видите, здесь на скотче остался кусок волка. Вот так вот. То есть нанесли наклеечку прямо на скотч. И здесь, наверное, то же самое. Они, наверное, заклеили, а потом красили. Вот такой вот прикольный чехольчик. Все ссылочки будут в описании. Можете перейти в описание и посмотреть. Все ссылки будут в описании. Заходите, смотрите, покупайте. Вторая посылочка, это значит у нас чехольчик. И давайте посмотрим, что же в третьей посылочке. Честно говоря, не знаю, что это такое. Написано парфюм в ботл. Это посылка жены. Заказывала жена. Давайте мы сейчас распечатаем, пока никто не видит. И посмотрим, что же у нас там внутри. Завернуто все. Завернуто все. Такой вот поролон. Завернуто все в поролон. О, тут тюбики. Тюбики, причем стеклянные. Стеклянные тюбики, это она заказывала для разливных духов, я так понял. Упаковано в пакетик. Все хорошо упаковали, прямо классно. Респект продавцу. Такие вот классные разноцветные тюбики. Сколько они стоят, не знаю. Но оставлю ссылочку в описании видео. И потом сможете уже перейти и посмотреть по этой ссылочке. И глянуть, что же есть. Такая вот красочка нанесена, принтик, не знаю, правда, быстро сотрется или нет, но тюбик такой симпатичный, если вот так вот кому-нибудь подарить, налить и подарить, будет довольно-таки хорошо смотреться. То есть налили, и еще что-то даже еще что-то брызгает, скорее всего, надеюсь, что вода, ничем они другим не проверяли.
Значит, в наборе у нас 6 тюбиков. 6 тюбиков, 6 тюбиков разнообразного оттенка, расцветки, как это правильно сказать. В общем, разных цветов. 6 тюбиков разных цветов. Вот такая вот была распаковочка. Кому было интересно, переходите в описание под видео и покупайте. Вещи недорогие, но очень интересные и очень полезные. А на сегодня все. С вами был Владимир. Всем пока!